Итак, друзья мои, мы с вами взяли тему, которая называется «Благословляй Израиль». Тема тоже очень тонкая. Надо понять, что вообще все библейские темы, они вообще все тонкие. И когда ты берешь каждую какую-то библейскую историю, у людей сразу какие-то свои представления. Наша страна с ног до головы пропитана духом антисемитизма. У нас внутри какое-то ощущение, что если у человека национальность еврей, да вообще как-то мы русские, вообще мы особенные люди, забавные. Заметьте, что у нас даже в нашей культуре есть такое понятие «не русский», и оно уже носит в себе какой-то негатив. Что если национальность не русский, то уже что-то там с ним неправильно, он же не русский. А уж еврей, это прям на лбу поставлена печать, что ты что-то вообще, у тебя сбой кармы, сбой программы. Итак, друзья мои, я бы хотел сегодня, конечно, эту тему, она, мы ее не исчерпаем сегодня. И сегодня бы я не хотел глубоко вдаваться. Но я хотел бы даже в связи с Днем Победы сказать, что национальность, в которой процентуально к количеству населения было самое большое количество героев в войне против фашистской Германии, как ни странно, это были евреи. Вот как ни странно. Среди их количества населения процент, еще раз повторяю, героев был самый большой среди евреев. Ничего с этим не поделаешь, это статистика. Так вот, я хочу вернуться к этой теме в том смысле, что когда мы читаем Библию, нашу Библию, мы через строчку видим Израиль, Израиль. Иисус был еврей, его апостолы все были евреи. Они все пришли к язычникам, к нам, для того, чтобы принести это откровение, откровение о едином Боге. Когда же это началось все? Это началось не просто так, что Бог вот избрал целый какой-то народ, ни в коем случае. Все началось с одного человека по имени Авраам. Авраам, и мы прочитаем Бытие 12 главу. Давайте откроем. 12 глава. И тема, которую я говорю сейчас, ближайшие, сколько там минут, 25 уже минут, буду говорить, она называется «Семь благословений Авраама». «Семь благословений Авраама». 12 глава, книга Бытие. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Итак, вот это вот событие произошло 2000 лет не просто назад, а 2000 лет до Рождества Христова назад. То есть, по большому счету, 4000 лет назад. Вот это событие, когда не было никакого еврейского народа. И ученые спорят, что обозначает слово «еврей». И вообще, этимологи дошли до такого вывода, что «еврей» обозначает, приходит от слова «евр», то есть «живущий на другой стороне реки Ефрата». И вот здесь Господь говорит Аврааму, «Выйди из дома твоего, из родства твоего, из той культуры, в которой ты жил, и я буду твоим водителем, я буду твоим Богом». Поймите, ему было нелегко. Авраам жил в культуре многобожия, в языческой культуре, где огромное количество людей поклонялось бесам, где строились целые зиккураты, вот в этой, в Уре Халдейском, поклоняющиеся бесам, всевозможным богам, а огромное количество богов, и в этой культуре было сложно противостать всей традиции, в которой Авраам жил. Мы с вами сегодня, нас здесь в зале сидит 500, а то может быть больше человек, и на следующем собрании придет столько же людей. Мы сидим вот в этом зале, и порой, и нас, евангельских христиан, несколько процентов по отношению к населению России, и все равно мы чувствуем комплекс неполноценности иногда, проповедуя Евангелие, или когда нам говорят «сектант», или «у вас неправильное прославление, неправильную Библию читаете», и у нас какой-то, знаете, комплекс внутри, мы «ой, представьте, какой комплекс должен был быть у Авраама, когда он был вообще один». У него никого не было. И Бог говорит, Авраам, вот ты будешь один, с кого я все начну. Выйди из твоего рода, пусть род весь над тобой смеется. Отец твой пусть тебя даже, может быть, проклянет, в то время это было ужасно. Но выйди из родства твоего и начни новую жизнь. Я хочу заключить с тобой завет, Авраам. Из тебя я начну новую историю человечества. И вот Авраам выходит. Для него было очень болезненно и очень тяжело. Если уж нас называют неприличными словами, то уж Авраам был сектант из всех сектантов и сектантом погоняемый. Он был вообще один. У него вообще было одно представление, вернее, другое представление. И Бог заговорил с ним один к одному, один на один, лицом к лицу. И смотрите, что он говорит ему, какие слова. Второй стих. «Я произведу от тебя великий народ». Это первое обетование, которое Бог дал Аврааму. Обетование – это значит обещание. Второе – я благословлю тебя. Третье – я возвеличу твое имя. Четвертое – ты будешь в благословении для других.
Пятое. Я благословлю тех, кто будет благословлять тебя. Шестое. Кто будет тебя злословить, тех я, Бог всемогущий, прокляну. И седьмое, последнее. В тебе благословятся все язычники по всему миру. Из-за тебя, Авраам, придет благословение к другим народам. Услышьте сейчас меня, вы должны понять, что мы сегодня с вами благословлены единым Богом и имеем спасение, потому что когда-то Бог Аврааму дал такое обетование. Вы здесь со мной? 4000 лет назад. И смотрите, первое обетование, которое он сказал Аврааму, он сказал: «Я произведу от тебя великий народ». Какой-то вот большой, великий народ. В тот момент у Авраама не было детей от Сары, его жены. У него было от наложниц, но от жены не было. И Авраам, у него естественный был вопрос. Он говорит: «Господи, у меня даже детей нет». Вот это язык Господа, который говорит как видимое по отношению к тому, что сегодня невидимо. Сегодня ты сидишь еще, у тебя ничего нет, ни работы, ни здоровья. А Бог говорит: если ты выйдешь из родства твоего, если ты прилепишься ко мне, я благословлю тебя, и от тебя произойдет великий народ. О каком народе он говорил? Он говорил сначала об Исааке, его сыне, который впоследствии у столетнего Авраама родился. Потом через Исаака родился Иаков. Через Иакова 12 патриархов. И потом начался великий народ Израиля. Чем он отличался, великий народ? Он отличался тем, что он мог делать все, что хотел. Вот люди превратного ума, они думают именно так. Потому что в истории человечества часто некоторые народы претендовали на свою исключительность. Последний раз в истории это была арийская нация. Знаете, да, там, как раз мы знаем, мы празднуем День Победы, вот именно над народом, который возомнил себя избранным. Да, что сказал народ, Германия сказала: мы особенный народ, мы арийцы. И всех к этим ариям прилепили и сказали: теперь мы можем делать все, что хотим. Вот заметьте, избранность израильского народа, она была с точностью, со знаком точностью наоборот. Бог говорит: я вас избираю, и поэтому теперь вы не будете делать все, что хотите. Представляете? Избранность со знаком минус. Арийцы говорили: мы избранные со знаком вседозволенности. У евреев избранность со знаком отрицания, со знаком ограничения. Бог дает им 10 заповедей и говорит: вы будете избранные, и поэтому не ведите себя так, как другие народы. Другие народы спят со всеми женщинами, а вы имеете только одну жену. Другие народы крадут и берут все, что хотят. Вы не крадите. 10 заповедей. Все народы поклоняются бесам. Там празднуют всякие праздники безумные. Голые там бегают, там жрут людей друг друга. Вы не поступайте так. Не будет у вас других богов пред лицом моим. Все другие народы делают изображения. Всяких богов себе рисуют на деревянных дощечках и на всяких там листочках. Поклоняйтесь Богу невидимому, единому. Господь говорит: почитайте отца и мать свою. Все остальные забывают своих родителей. Вы почитаете отца и мать. Другие народы завидуют. Войны начинают из-за этого, из-за зависти. Господь говорит: вы не завидуете друг другу. То есть происходит ограничение. И даже в этом ограничении израильтяне нарушали эти заветы. Но смотрите, Господь сказал: я сделаю из вас великий народ. И следующий момент. Он говорит Аврааму, чтобы вы видели седьмое благословение. С первого перепрыгнем на седьмое. Седьмое обетование. Это третий стих, последняя строчка. «И благословятся в тебе все племена земные». Как благословятся? Почему благословятся все племена земные? Именно Аврааму Бог уже сказал, что однажды через твой народ придет Спаситель, Иисус. Знаете, люди узурпируют Иисуса, как будто он какой-то вот наш, русский, нижегородский парень. Да нет, его имя даже было Иешуа. Его маму звали не Мария, как мы привыкли называть, ее звали Мирьям в еврейском варианте. И все вот эти апостолы, Иоанн, которых мы сегодня вообще перешли уже с Иоанна на Иван, русский вариант. Ваня, это еврейское имя, которое звучит Йоханан, по-настоящему. Матфей, русский мужик, бородатый Матфей, один из апостолов. Да нет, на самом деле Матаньягу назывался он на еврейском языке. Видите, как мы все узурпировали через столетия, привязали все и сделали его каким-то русским нашим национальным героем. Друзья мои, вначале не было так. Нормальный любой образованный человек понимает, что Спаситель пришел от Израиля.
У него была мама еврейка, отец, который воспитывал его, хотя не зачинал, Иосиф, тоже был еврей. И он рос в еврейской культуре, он ходил в синагогу. И когда мы смотрим, где Иисус разбирается с фарисеями, они постоянно спорят о законе Моисеевом. Не о законе государства российского или итальянского или французского, а о законе Моисеевом. Это был закон о 10 заповедях, данный евреям. И мы видим, друзья мои, что вот эта вся история пропитана культурой Израиля. Слышите, дорогие мои? Итак, дальше. Господь сказал, я произведу от тебя великий народ. И знаете, что интересно? Что великий народ израильский именно за это страдал всю свою историю. На протяжении всей истории он страдал, потому что он был другой по своей природе. Они хранили 10 заповедей, в то время как другие люди не хранили 10 заповедей. И постоянно они были костью в горле у всех других народов. И поэтому их прессовали на протяжении столетий. И я не удивляюсь, почему Адольф Гитлер, заявив о своей исключительности своего народа, первым делом принялся уничтожать евреев в концлагерях. Кстати, с этой точки зрения тоже евреев больше всего пострадало во Второй мировой войне, процентуально по отношению ко всему населению еврейскому, больше всех в Второй мировой войне было убито именно народа израильского. В чем были виноваты эти неповинные дети, которых вели в концлагеря, которых вели в газовые камеры? Только была одна вина у них, они были евреи. Я убежден, что это бесовский дух, антисемитский дух, который пытается бороться против обетования, которое Бог дал евреям, Израилю. И вы знаете, однажды Бенджамин Нетаньяху, я смотрел его интервью, и мне так оно впечатлило, он говорит, вот знаете, говорит, вокруг Израиля все время, он человек, конечно, не христианин, Бенджамин Нетаньяху, но он очень симпатизирует христианам, и он, кстати, говорит, он заявляет прямо по телевидению везде, он говорит, единственные люди сегодня, это, говорит, новые евангельские христиане, которых я знаю, протестанты, которые поддерживают Израиль. На протяжении истории, говорит, все нас проклинали. И говорит, а сейчас, говорит, Израиль поддерживает только вот как раз евангельские христиане. И он говорит, вот вокруг Израиля столько шума, столько вот всяких разборок. Он говорит, а вы знаете, если вы развернете карту Ближнего Востока, карту, то вы увидите, что одним большим пальцем можно закрыть всю территорию Израиля. Просто раз, и останется еще огромная карта вокруг, на которой живут другие народы, которые говорят, что Израиль чего-то оккупировал. Одним, говорит, пальцем, чик, и нет Израиля. Вы, говорит, знаете, что поперечное движение Израиля, поперечная территория, всего составляет от одного края, от востока до запада, или от запада до востока, всего 14 километров. 14 километров. Я сегодня утром ехал от моего дома до сюда 20 километров. Я пересек территорию Израиля, поперечную, почти в два раза. Вы можете представить, а столько шума, столько гамма. Почему? Сатана не любит Израиль. Сатана хочет проклинать именно этот народ, потому что он знает, что Бог однажды благословил. Это не значит, что все евреи правильно себя ведут. Это вообще ни о чем не говорит. Сам Бог говорит, что евреи такие же люди, которые ошибаются, и многие также не любят Христа. Но суть вообще не в этом. Слышите, дорогие мои, суть в обетовании, которое Бог сказал Аврааму. И Бог сказал Аврааму, да, кстати, про Бенджамина Нетаньяху, только сейчас вот вспомнил, хотел первую часть, сейчас вторую часть скажу. Бенджамин Нетаньяху такую вещь сказал, говорит, они встречались с премьер-министром Китая, и они там встречались, у них такие торжественные встречи, ну, на высшем уровне, понятно, президенты, ну, не президенты, а там, туда-сюда, премьер-министры. И премьер-министр Китая решил сделать комплимент, и он говорит, нас связывает с народом Израиля одна интересная особенность. Бенджамин Нетаньяху говорит, какая? Он говорит, наши народы, одни из самых древних на земле. Их, говорит, по пальцам можно сосчитать всего несколько народов, которые могут документально доказать, что они существуют там на этой территории, ну, там, чуть ли не десятки тысяч лет. И он говорит, даже, кстати, интересно упомянул, говорит, даже армяне хвалятся своей историей, но, говорит, армянская история теряется где-то до Рождества Христова, там как бы на племена они разделяются, и там неизвестна история, точно. Но, говорит, но мы с вами, китайский народ и израильский народ, может доказать, что мы жили на этой территории столько-то лет. И говорит, видите, мы древние, и вы древние. И Бенджамин Нетаньяху говорит, да, только судя по количеству евреев и китайцев, очевидно, история к нам относилась по-разному. То есть, мы древние, вы древние, только вот что-то китайцев миллиард, а нас всего там 8 миллионов. Как-то история к нам по-разному относилась, и окружающие народы по-разному. Итак, друзья мои, вернемся к Аврааму. Итак, Авраам говорит, Аврааму Бог говорит, первое обетование, он сказал, я произведу из тебя великий народ, и я сам буду за него стоять. Второе, я благословлю тебя. Друзья мои, это обетование Аврааму, когда Бог говорит, к
когда ты служишь мне, я благословлю тебя лично. Вот вы должны понять, друзья мои, Бог благословляет нас лично. Ты сейчас скажешь: пастор, ну я не пойму, какое отношение это ко мне? Ты вроде говоришь про Авраама, а ко мне это какое отношение? Давайте откроем одно место Писания параллельненько. Галатам 3 глава и 29 стих. Галатам 3, 29. Писание говорит: если же вы Христовы, если вы во Христе Иисусе, то вы, что написано, семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще раз. Апостол Павел пишет уже ученикам потом. Он говорит: если вот вы Христовы, вы приняли Иисуса Христа в свое сердце, то вы семя Авраамова духовно. Есть физические наследники народа Израиля, а есть духовные наследники, которые усыновленные как бы Авраамом. Это мы с вами, принявшие Иисуса Христа, потому что Господь сказал ему в седьмом обетовании, седьмом: благословятся в тебе все племена земные. Сегодня мы, русские люди, тоже так же живем, учитывая 10 заповедей. Почему мы учитываем 10 заповедей? Потому что мы знаем, что Бог, дав их Израилю, через Иисуса Христа распространил эти ценности и на нас. Аминь, дорогие, или нет? И мы с вами понимаем, что если Израилю он сказал: не кради, значит и мне тоже не кради. Если он сказал: не прелюбодействуй, значит и мне не прелюбодействуй. Ну так ведь. И плюсом еще ко всему, Господь спас как его, так спас и нас. Через Иисуса Христа, через его кровь, через его обетование. Поэтому все обетования, которые мы здесь читаем, слово обетование, понимаете вы, обещание, которое Бог дает Аврааму, оно относится напрямую к нам. Поэтому первое, что когда мы сказали, Господь сказал: я произведу от тебя великий народ, Аврааму. Друзья мои, если мы будем верить, Бог от каждого из нас произведет великий народ. Великий народ — это значит, каким образом? Это значит, через тебя твои дети будут благословенны. Это значит, твоя ячейка будет расти. Это духовные твои дети. Есть физические дети, есть духовные дети. Друзья мои, твоя ячейка может не растет долгое время. Бог дает обетование. Будешь доверять мне, будешь твердый как скала, будешь верить мне, я через тебя подниму многих людей, которые спасутся. И на небесах тебе скажут, как Аврааму евреи, они на небесах скажут тебе: спасибо, Вася Пупкин, я спасся через тебя. Спасибо, через твое слово я благословен сегодня. Второе, Бог говорит Аврааму: я благословлю тебя. Бог сегодня говорит тебе: я благословлю тебя лично. Скажи вот просто: я благословен. Я благословен. Несмотря ни на что, я благословен. Аминь. Второе, третье мы видим, он говорит: я возвеличу имя твое. Господь дал обетование, что он поднимет имя Авраама, что оно будет очень известно. Смотрите, ребят, сегодня кто известнее? Вот кто на земле более известен, чем Иисус, Авраам, Моисей? Как ни крути, Майк Тайсон со своими победами, там Стив Джобс со своими изобретениями, все равно не так известны, как Авраам. Авраама упоминают каждое воскресенье, Иисуса каждое воскресенье по всему миру, Стива Джобса только в бизнес-кругах, Майка Тайсона только болельщики по боксу. Но, заметьте, друзья мои, Авраама знают. И Бог говорит нам то же самое обетование. Он говорит: и я возвеличу имя твое. Друзья мои, твое имя будет вызывать чувство благоговения и уважения. Я всегда людям говорю, это великая честь, когда ты сидишь в старости, в годах, и люди говорят тебе: спасибо, дедушка, спасибо, бабушка, мы знаем, что ты сделал все для нас. Знаете, это великая честь, и Бог дает обетование Аврааму: Авраам, тебя будут помнить, и всех потомков твоих, которые будут достойно жить в соответствии с твоим словом, они также будут с великими именами. Аминь, дорогие мои. Многие из нас потеряли свое имя. Многие из нас употребляли какие-то там наркотики, попадали в тюрьмы, и наше имя топталось дьяволом. Почему оно топталось? Потому что мы сами жили в грехах и растоптали свое имя. Но Господь говорит, что Он восстановит имя твое, восстановит твое доброе имя. Аминь, дорогие мои, через Иисуса Христа. Четвертое, Он говорит: и будешь ты в благословении. То бишь Он говорит Аврааму: Авраам, вот ты сам будешь носителем благословения. Людей вокруг тебя. Ты будешь благословлять. Вот знаете, на земле есть две категории людей. Одни живут, не напрягаются, а вокруг них все напрягаются. Вот Авраам говорит: ты будешь жить по-другому. Ты будешь жить, напрягаться, а вокруг тебя люди будут не напрягаться. Вот есть такой вот какой-то момент жизненный. Я замечал, что я под этим подразумеваю. Вот есть, знаешь, растет сынок, ему уже 30 лет.
Он живет у мамы на квартире, там употребляет всевозможные какие-то наркотики, алкоголь, по ночным клубам приезжает. Он вообще не напрягается. У него есть кровать, у него есть друганы, он курит у себя в комнате. Но он измотал нервы маме, папе, соседям, милиции. Ну, всем вымотал нервы. Но он-то не напрягается. У него все нормально. И вот большинство людей живут так. Но знаете, Иисус сказал, вернее, Господь сказал через Авраама, ты будешь в благословении. Что это значит? Это значит в точности наоборот. Когда ты живешь, и люди говорят, нам так хорошо от тебя, что ты вообще есть. Нам просто вот приятно. У меня вот есть теща, как у любого человека есть, наверное, теща нормального, да? Она заезжает в мой дом, в наш дом, и у нас сразу благословение в доме. Я вот не знаю почему, вот как-то даже объяснить не могу физически. Вот все люди рассказывают истории про тещу, знаешь, там теща, там змея, нервы вымотала, там еще что-то. Я просто говорю, теща, ты заезжай, главное, в дом, больше ничего не надо. Потому что я знаю, она заезжает, как Авраам, и у меня в доме благословение сразу. У меня сразу дети накормлены, у меня сверхъестественно мир приходит, я не знаю почему. У меня сразу все полито, у меня даже кошка мирно ходит, не царапается. И Господь говорит, будешь ты в благословении. Каждый из нас должен быть в благословении по отношению к своей семье, к окружающим. И Бог говорит, я тебя таким сделаю. Вы со мной, дорогие, хоть чуть-чуть? Четвертое. Господь говорит, вернее, простите, пятое. Я благословлю благословляющих тебя. Он сказал Аврааму и его потомкам. Он говорит, Авраам, люди, которые будут вопреки логике благословлять тебя. Я еще раз повторяю, вопреки логике. Что значит вопреки логике? Потому что наши глаза, они часто видят превратную картину. Наше чувство справедливости, вот это то чувство, на котором часто играет дьявол. Со мной поступили несправедливо. У меня дети, когда росли, они все время там, папа, со мной, с нами надо поступать несправедливо. Я говорю, я прям молюсь Богу, чтобы с вами поступали несправедливо в жизни. Чем чаще, тем лучше. Чтобы вы в конце концов уповали на Бога. Чтобы вы понимали, что мир, под словом справедливость, извращает факты. Нам нужна несправедливость, нам нужна милость, слышите? И люди должны быть крепкими сами по себе. Почему я это говорю? Потому что дьявол рисует такую картину, что зачастую какой-то еврей, твой начальник, выгнал тебя с работы, твой партнер еврей кинул тебя где-то, и твои глаза говорят, я должен проклинать этот народ, я должен так говорить. Слушайте, и твои глаза не видят того доброго, что сделали многие израильтяне. И твои глаза, фокус твой, дьявол концентрирует на том негативном, что было в твоей жизни из-за этих людей. Вы со мной, дорогие? Если тебе на ногу наступит немец, ты даже не вспомнишь, или там француз, что надо Францию проклясть. Не вспомнишь ни Наполеона, ни Гитлера. Просто скажешь, что ты дурак какой-то наступил на ногу. Но если это сделает еврей, я так и знал, этот народ мерзенький. Слушайте, но Господь говорит, благословлю благословляющих тебя, то бишь Израиля. Однажды я стоял в очереди, стою просто в очереди, в городе Минске, как-то много лет назад, стою, и стоят евреи в соседней кассе, а мы стоим, что-то там какое-то быстрое питание было, я взял поднос, еды набрал, и стоят прямо в соседней очереди. Ребята такие, я вижу хасиды, евреи, прям с пейсами, с шапочками, все как положено. И я раз как-то на них засмотрелся так, и они на меня, чук. Ну, они же не христиане, и вообще к Христу относятся очень неоднозначно. Они считают, что вот как бы Христос не тот, кто должен был прийти. Но это их личная философия. И я так засмотрелись друг на друга, и я раз улыбнулся одному. Он мне такой раз тоже в ответ улыбнулся. Я стал с ним по-русски говорить, он раз по-русски не понимает. Ну, мы с ним перешли на английский быстренько. Я говорю, откуда ты? Он такой мне, ну вот мы из Израиля, туда-сюда бизнесмены, вот приехали. Я смотрю, бизнесмены, все такие религиозные, и бизнесмены, ну тоже интересно. Я с ними разговаривался слово за слово, и я им говорю, как у вас в Израиле? Они, ой, тяжело, тяжело. Я говорю, чего тяжело? Ой, крепят нас со всех сторон. Я им говорю, ты знаешь, я каждое утро встаю за завтраком, благословляю Израиль и прошу мира Иерусалиму. Они сразу, ты еврей? Я говорю, не, я не еврей, я русский. Они, а что ты, почему ты молишься за Израиль? Зачем ты? И у них я смотрю вопрос в глазах, почему ты это делаешь? И я ему обыкновенно нормальным тоном говорю, потому что Библия так говорит. Моя Библия говорит благословлять Израиль. И потом смотрю один, другому кричит, там раввину, наверное, на иврите. Тот подходит постарше, более авторитетный пацан. Подходит ко мне, из очереди вышли. Подходит ко мне и такой говорит, я первый раз вижу,
христианина, который благословляет Израиль. Обычно нас проклинают, а тут, говорит, благословляет кто-то. Зачем? Я говорю, я более тебе скажу. Я хочу вас всех поблагодарить за тех героев веры, которых вы мне дали. Я говорю, я пастор церкви, я каждое воскресенье проповедую об Аврааме, о Давиде, о Иосифе, о Моисее, о многих еще пророках говорю. Они все евреи. Я говорю, спасибо вам за то, что вы подарили нам великих людей. Они такие смотрят, знаешь, как-то зависли так, думают, я либо идиот, либо действительно я что-то говорю глубокое. Потом я придыхание взял такое глубокое и говорю, а больше всего я вас благодарю за моего Спасителя Иисуса Христа. Говорю, Иисус был еврей из евреев, который спас меня, говорю, грешника, достал, умер на кресте. Этот момент им, конечно, не понравился. Они такие, мы не верим в Иисуса. Я говорю, это ваша личная проблема. Верите вы его или нет? Говорю, я вам только говорю спасибо за Иисуса. Это вопрос другой, верите в него или нет. А вот спасибо я должен вам сказать. И один смотрит на меня и такой прям раз, и обнял. Еврей, чтоб обнял кого-то, это уму непостижимо. Обнял меня и такой говорит, молись за Израиль, брат, молись, нам это очень нужно. Я говорю, я молюсь и всю церковь вдохновляю молиться. И знаете, они там чуть не слезки вытирали, уходили. Вы знаете, друзья мои, всегда, когда ты стоишь на Слове Божьем, вопреки логике, слышите, дорогие, Бог сказал, когда ты благословляешь, я благословлю тебя. Слышите, дорогие? И следующее, сразу же идет обетование, следующее, тут же. «И злословящих тебя я прокляну», говорит Бог. Вот это страшно, это ужас. Если уж Бог проклянет, то ничем не отмоешься. Если Бог сказал, я с тобой ничего общего не имею, то Боже упаси. Поэтому даже ради этого я бы людям говорил, благословляйте лучше Израиль. Из страха хотя бы, Господи, благослови, чтоб не проклял, Господи, благослови. Если Иисус сказал, благословляйте врагов ваших, то уж не врагов-то, что не благословить. Врагов, если надо даже молиться за обижающих нас, то уж тем более не врагов надо благословлять. Я всегда вот, привожу один интересный пример. Когда нация какая-то на уровне правительства начинает вести пропаганду антисемитизма, проклятие приходит на весь народ. Вот по этой причине я молюсь и верю, чтобы наша страна, сейчас у нашей страны, слава Богу, хорошая политика, я благодарю Бога, я молюсь за то, что сейчас мы дружим с Израилем, и Россия, она на официальном уровне, у нас политика взаимного уважения. Но есть страны, которые проклинают Израиль на уровне правительства. И однажды Клаудия Кастеланос, пастор церкви в МСИ, она рассказала такую историю. Я, кстати, когда прочитал чисто историю из истории Колумбии, и удивился, что это факт, исторический факт. Когда появлялось государство Израиль в 1948 году, в Организации Объединенных Наций было голосование, быть государство Израиль или не быть. И страны мира разделились примерно пополам, примерно. Вот они зависли, примерно. Зависело все от небольшого количества голосов. И как ни странно, Иосиф Виссарионович Сталин дал приказ проголосовать за государство Израиль. Я даже за это уже думаю, Господи, хоть у нас был коммунизм, атеизм, проклятие на нашей земле, но мы проголосовали тогда за то, чтобы Израиль был. Но в то время, вот в то самое время, далекая страна, Колумбия, которая находится на другом конце земного шара, не знаю, чем отравленная, какими идеями, очень грубо проголосовала против Израиля. Колумбийский депутат выступил и сказал, что, это был 48-й год, он сказал, что мы против государства Израиль, этому государству не быть, и мы вообще противники всех евреев и так далее. И они избрали антисемитизм своей государственной политикой. Только сразу, после голосования ООН, сразу, буквально через несколько месяцев, баллотировался в президенты такой подающий надежды молодой реформатор Хорхе Гаитан. И страна на него сделала большую ставку. Страна ждала хороших реформ. Он пришел с хорошей программой. И во время предвыборной кампании его просто убивают. Грубо застрелили и все, прямо на улице этого человека. С 48 года началась настолько жесткая политическая борьба, что она переросла в настоящую войну. Война длилась с 48 года гражданская до вот 90-х годов. Представьте, 50 лет люди воевали, гражданская война, воевали друг против друга. И Клаудия Кастеланос сказала, я четко понимаю эту взаимосвязь. Когда правительство вышло и официально прокляло Израиль, тут же убивают политика, и война длится 50 лет. Колумбию измотало настолько сильно. Тогда Клаудия вышла вместе с мужем, они вышли за кафедру, это была огромная конференция, огромное количество людей, пригласили главного раввина Израиля, и они извинились за то событие. Сказали, мы просим прощения от всей страны, и мы провозглашаем, что мы благословляем Израиль. И раввин стоял главный, вы поверьте, он плакал стоял, и он говорит, если бы мои отцы,
когда-то давно увидели вот эту картину, они подумали, это просто какой-то фантасмагория из Голливуда, невозможное, чтобы на уровне правительства кто-то попросил прощения у евреев за это перед главным раввином. Он говорит, они бы просто не поверили. И вы знаете, мы должны с вами понять, что если Бог сказал, я прокляну тех, кто злословит тебя, поэтому мы должны свои уста хранить и благословлять. Господь, благослови Израиль, даль мир Иерусалиму. Эти две фразы я говорю каждое утро в своей жизни. Каждое утро. Господь, благослови Израиль и дай мир Иерусалиму. Аминь. И последнее на этом закончим. Последнее, седьмое, но мы о нем уже говорили в начале. И благословятся в тебе все племена земные, говорит Господь. Бог через Авраама, через Израиль благословил нас всех, друзья мои. Благословил даже не то, что тем, что пришел Иисус и спас всех язычников. Он еще благословил нас тем, друзья мои, что мы сегодня можем гордо называться потомками Авраама, хотя физически мы не потомки, но мы духовные потомки Авраама. И все обетования, которые Бог давал Аврааму, они все на нас. Каждый раз, когда читаешь, где Бог говорит, я благословляю тебя, Авраам, говори, спасибо тебе, Господь, ты благословляешь меня. Господь говорит Аврааму, я дам тебе потомство, спасибо тебе, Господь, за хорошее потомство. Бог говорит, я благословлю, я дам тебе рост, великий народ дам тебе. Спасибо тебе, Господь, что через меня произойдет великий народ. Моя церковь будет расти, мое видение будет расти. Где Бог говорит, я благословлю, Авраам, тебя и твой бизнес. Каждый бизнесмен в церкви говорит, спасибо тебе, Господь, ты благословляешь мой бизнес, потому что я потомок Авраама. Спасибо тебе.